обязательное участие в выборах с соответственными нарушениями. Что вы делали вот на выборах, находясь в должности директора детского сада? Я должна была, мало того, сама прибегать, по сути, к преступлениям. Я еще должна была обеспечить участие своих сотрудников к голосованию, в сбрасывании бюллетеней, подтасовка голосов. Сказал, Нина Анатольевна, ну вы еще начните мне про Сараева и про Арутюнову. Я говорю, а почему? Вот это подтверждает только мои слова. А бывший, был у нас Саратов. А бывший мэр был... Саратова, это мой непосредственный раз. Вы не пробовали зайти? Нет, у меня нет. Что нет? Вы зайдите на... Вы уже спустили в прокуратуру, и мне уже прокурор сказал, что мы это дело замнем. В принципе, это не будет разбираться. И уже дала ответ, что не подтвердились факты. Как они могут не подтвердиться, если сама это делала? Ну, Господи, ну как они могут не подтвердиться? Я вам что вот хочу? Вот человек сидит, он скажет вам, какие участки, кто ходил. В этом замешан весь район. Они все здороваются друг с другом. Все делают одно и то же. Сколько сказали, столько и предоставили. Я не согласен с вами. И многие коллеги здесь, если нам скажут завтра делать так, я скажу... И это противозаконно, я лучше уйду с этой места работы, но я не буду выполнять противозаконные действия. Этого не изменилось. А вы выполняли ситуацию. Противозаконные действия. Если бы хотели, уже те люди, которые руководят районом много-много лет, уже давно были бы отстранены. А они как сидели у власти, так и сидят. Ну тоже, вы знаете, что бывший мэр Саратова, он отстранен за нарушения, которые были в ходе избирательной кампании. Вот. Мы планируем встретиться с... председателями территориальных избирательных комиссий. Вчера специально написала во сколько и сфотографировала. И на ведомости расписала, что вчера...